кадровая политика. В Бобруйске проходит областной семинар-практикум. Работа здесь поставлена на плановом уровне и, соответственно, есть положительные результаты. Какие вопросы затронули участники? По кривой дороге в Могилеве задержан закладчик психотропов. По заданию куратора забирал крупные партии наркотиков. Стоит ли криминальная подработка загубленной молодости? Вечная память. Следователи проехали по городу автоколонной в честь павших героев. Наша основная задача, святая обязанность, передать будущему поколению молодому. Куда заглянули правоохранители? А также хорошие цифры, население страны и паровой вред. Медики рекомендуют запретить вейпы. Что ответило правительство? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Забота о трудовых резервах. В Бобруйске проходит двухдневный областной семинар-практикум, который собрал кадровиков со всего региона. О реализации госполитики в этой сфере Роман Костюков. Старт мероприятия на пленарном заседании. С приветственным словом перед собравшимися выступили начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облсполкома, председатель Бобруйского горисполкома, помощник президента по Могилевской области. Приоритетом проводимых обсуждений Леонид Мартынюк обозначил нивелирование негативных тенденций и закрепление достигнутых успехов. Практика проведения такого рода семинаров уже выработана, и мы видим их эффект. Безусловный эффект, поскольку люди, государственные служащие, люди, которые приглашены в рамках семинара, стараемся пригласить очень компетентных, грамотных людей, которые могут что-то рассказать. Неспроста площадкой для проведения семинара выбран Бобруйск. Кадровые процессы отличаются своей успешностью на городском уровне. Изучить вопрос не только теоретически, но и практически. Участники семинара продолжили свою работу на заводе тракторных деталей и агрегатов. Посетили участки новых технологий и сборки техники. А уже во время расширенного заседания подробно остановились на кадровой политике крупного предприятия и на стратегии его развития. Предварительное изучение кадровой работы, в том числе работа с молодыми специалистами, социальный пакет как для работников, так и для молодых специалистов, он свидетельствует о том, что работа здесь поставлена на плановом уровне и, соответственно, есть положительный результат. Для достижения высоких производственных результатов важно создать комфортную социальную среду, благоприятный психологический климат в трудовом коллективе. Все это непосредственно влияет на уровень производительности труда и конечные результаты деятельности, уверены в организации. Основная цель – это удовлетворить те запросы, которые имеются у наших сотрудников, обеспечить их социальную базу, скажем так, своевременную и полную выплату заработной платы, уделить внимание оздоровлению сотрудников, уделить внимание повышению их квалификации, что тоже немаловажно, дать им возможность развиваться и строить свою карьеру на предприятии, повышать и совершенствовать свой уровень, достигая результатов, целей, которые они ставят перед собой. Во время работы с диалоговой площадки участники семинара практикума подняли обширный пласт вопросов, связанных и с применением норм законодательства о труде. Спикеры – представители Министерства труда и социальной защиты. Еще одним интересным моментом встречи стал уникальный тренинг по профилактике профессионального выгорания и формированию стрессоустойчивости в условиях многозадачности. Это все равно многодневная и даже многомесячная работа, если человек будет вспоминать то, как нужно справиться со стрессом, что такое многозадачность и как от нее избавиться, то и будет над этим работать, то через 8 месяцев он будет профессионалом. 12 июля – второй день семинара, но уже сейчас есть первое впечатление его участников, и они под стать девизу предприятия – от достигнутых успехов к новым горизонтам. Мы сейчас находимся на половине этого пути пройденного, но уже масса впечатлений, масса положительных эмоций. Мы много уже за сегодняшний день приобрели профессиональных знаний. То, что мы знали и ранее, но несколько углубили свою теоретическую подготовку. Мы все вместе делаем одно дело. Развиваем кадровый потенциал. Кадры – это главное богатство нашей страны, нашей области, наших маленьких районов. Мы все патриоты своей малой родины. И наша задача – приумножать это богатство, развивать его. Кадры решают все. Это приоритетная задача дня сегодняшнего. Требует системного решения и комплексного подхода. Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск 360. Сломанная жизнь. Закладчика психотропов задержали в Могилеве.
В руки правоохранителей попал 26-летний наркокурьер. Поработать на интернет-магазин молодой человек успел чуть больше месяца. При себе в тайниках и по месту жительства фигуранта обнаружено 350 грамм особо опасного вещества. По заданию куратора забирал крупные партии наркотиков, фасовал в съемной квартире и раскладывал по тайникам на территории Могилева и Бобруйска. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Демографические показатели, славянский фестиваль и технологии на почте. Как теперь будут выдавать посылки? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Темпы роста инфляции в республике остаются на высоком уровне и на конец года могут оказаться больше прогнозных показателей. Цены на продовольственные товары за июнь выросли на 0,8%. Непродовольственная группа подорожала тоже незначительно – услуги на полпункта. В прошлом году инфляция в Беларуси увеличилась на 5,8% и удержалась в прогнозах властей в пределах 7-8%. В 2024-м целевой показатель – 6%. Рассматривается вопрос о запрете вейпов. Медики отмечают вред парогенераторов. Они могут вызывать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, так как в них содержится много формальдегидов. Ко всему прочему, статистика подтверждает, пик курения приходится на подростковый возраст. Безникотиновые электронки также не безобидные, как может показаться со стороны. Ко Всемирному дню народонаселения Белстат подготовил статистику по численности белорусов. Всего в стране проживают свыше 9 миллионов 150 тысяч человек. Женщин порядка 54%, мужчин чуть более 46%. Кроме доминирующей национальности, в республике проживают русские, поляки, украинцы, евреи, армяне и татары. Среди стран СНГ по демографическому показателю синеокая занимает 7-е место, в мире 97-е. Для получения посылки на почте теперь не нужен паспорт. Процедуру можно будет выполнить по QR-коду. Для этого необходимо скачать мобильное приложение и пройти процедуру идентификации. Также следить за перемещением до статуса к выдаче. По прибытии в отделение сотрудникам необходимо показать QR-код и забрать отправление. В Беларуси 11 июля торжественное открытие Славянского базара. Фестиваль в Витебске проходит уже в 33-й раз. Помимо выступлений артистов, каждый день программы будет включать театральные постановки, мастер-классы и выставки. На сцене летнего амфитеатра выступят известные белорусские и зарубежные исполнители. Завершится масштабный концерт ярким фейерверком. Школьные изменения. В предстоящем учебном году учащиеся столкнутся с рядом новшеств. Минобр утвердил программы факультативных занятий для 3-4 классов. Когда учиться легко в мире знания и познания и в мире культуры. Для учеников 8-9 культура иноязычного речевого общения. Также ноу-хау коснулись 10-11 по теме межкультурное взаимодействие на иностранном языке. На них ребята смогут изучить английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Сегодня очень важный аспект, конечно, и повышение качества образования. Безусловно, особенно в год качества, который объявлен 2024 год в нашей стране, Министерство образования уделяет этому особое внимание. Помимо этого, в летнем межсезонье появится новый учебник «История Беларуси в контексте всемирной истории» в рамках новой интегрированной дисциплины. Также в текущем году будет переиздано 19 пособий. Правоохранители совместно с представителями БелЖД вышли с профилактической миссией на самые опасные точки города. На переезде станции Киселевичи всегда есть люди. По обеим сторонам большие спальные районы. Плюс не меньше 10 раз в день здесь проходят поезда. Эта часть дороги в городе одна из самых травматичных. Ежегодно под составы именно на этом отрезке попадают люди. Большая часть ЧП происходит по вине пешеходов, которые не соблюдают элементарные правила. Правонарушения на железной дороге влекут за собой административную ответственность в размере до 2 базовых величин. Также, согласно статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях, лицо, управляющее транспортным средством при нарушении правил проезда железнодорожных переездов, наступает административная ответственность от 2 до 4 базовых величин. Я соблюдаю. Вот на зелененький пройду, на красненький буду стоять. Я знаю то, что здесь часто происходят всякие события, и поэтому я соблюдаю правила и не перехожу железную дорогу в наушниках. Если стоит знак «Стоп», остановиться. Если нету знака стопа, значит тихонечко ехать дальше. Смотрите, зеркала заднего вида, направо, налево. Помните, пересекать железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными переходами, мостами, тоннелями, переездами. Перед началом пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. Ни в коем случае нельзя использовать мобильные телефоны и наушники.
Дорогами памяти бобруйские исследователи собрались на автопробег, посвященный 80-летию освобождения Белоруссии. Колонна стартовала от межрайонного отдела СК. Первая точка маршрута – мемориальный комплекс в Сычково. Правоохранители почтили память воинов и партизан, возложили цветы к монументу. Дали вечный огонь на въезде в город. Мы помним и чтим наших дедов и прадедов, которые подарили нам мирную и счастливую жизнь. Наша основная задача, святая обязанность – передать будущему поколению молодому память о героизме наших воинов, победившим фашизм. Автопробег «Дорогами памяти» стартовал 5 июля в Могилеве. Областные исследователи масштабным автопробегом проехались по местам боевой славы города и района. Во время патриотического заезда, который продлится до конца июля, запланировано посещение порядка 80 точек памяти. Мы обязаны помнить наше славное героическое прошлое. Мы должны гордиться им и подвигом тех, кто не пожалел своей жизни ради мира и стабильности в нашей стране. И передавать эту память своим детям. Наша история и наша победа – то, о чем забывать нельзя. Откровенное признание, что наговорил гражданин свободной Европы до суда и кто ответит за мародерство в Буче. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!